В рамках своих выступлений участники праймерис поднимали самые разные темы. От проблем в сельском хозяйстве и ЖКХ до самых глобальных. Как сохранить нацию? Во многих регионах происходит такая ситуация, что аутсайдеры, которые вот только пришли, они работают сильнее, мощнее и больше. И они, скорее всего, будут побеждать во многих регионах тех лидеров, которые изначально, сложа руки на свой статус, планировали пройти. Вполне вероятно, что осенью произойдет значительная смена политических элит. Праймерис «Единой России» по сути беспрецедентная акция. Кандидатов в Госдуму доверено выбирать не партийцам, а рядовым гражданам. Интрига развеется только после подсчета голосов. Человек должен быть профессионально подготовлен, должен быть убедительным, должен логично уметь убеждать как бы и свою фракцию, и в общем Госдуму по необходимости принятия того или иного закона. Стоит отметить, что республику в Госдуме вполне могут представлять два депутата. Один проходит по одномандатному округу, другой по спискам партии. Однако зависит это в первую очередь от активности избирателей и того результата, который сложится по итогам борьбы между партиями в сентябре. Глубоко убежден, что если жители Республики Хакасия проявят должную активность и в большинстве выскажут свою позицию и волеизъявление, то мы можем получить двух депутатов в Государственной Думе, одного одномандатника, а одного от списка политической партии. Два – это лучше, чем один. Предварительное голосование в стране назначено на 22 мая. Разумеется, масштаб выборов будет не такой, как обычно. Откроется лишь десятая часть участков. И еще один немаловажный момент. Поскольку голосование рейтинговое, галочку поставить можно напротив сразу нескольких фамилий. Константин Кравцов, Игорь Брюханов, Вести, Хакасия.